Плюс туди. Правоохранители задержали муниципального депутата столичного района Зюзина Константина Янкаускаса, о чем он сам рассказал журналистам. «Меня задерживают. Не знаю, надолго ли», — заявил он, не уточнив детали. Ранее адвокат Василий Кушнер сообщил, что в квартире Янкаускаса и его родителей состоялся обыск по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По данным официального представителя МВД Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных массовых выступлений 23 января создали угрозу распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников акции на Пушкинской площади были люди, ранее изолированные по месту жительства из-за обнаруженного у них COVID-19.